Всем здравствуйте! После того, как в эфире Первого канала появилась Собчак, многие зрители занервничали. Однако любимчик народа Александр появился в ДокТоках ее соведущей, что стало медом в бочке дегтя для фанатов. Впрочем, несмотря на это, Гордону пережимают горло в данной программе. Все самые рейтинговые эфиры достаются именно Собчак, а не ее соведущему. Кажется, что даже продюсеры не допускают Гордона к горячим темам и пытаются его слить с эфира программы. Судя по последним событиям, Малахов станет на место любимчика народа и вернется на Первый канал. Напомним, после скандальной и трагической ситуации с сухим льдом у блогерши Диденко, Малахов одним из первых показался с ней на съемочной площадке в Останкино. Однако в его выпуске на «России-1» девушки не оказалось, были только друзья и близкие погибших. А вот на шоу «ДокТок», который вела Собчак, Диденко присутствовала. Многие считали, что это провал Андрея. Однако, если посмотреть с другой стороны, это означает, что он также был на записи эфира на Первом канале. Это значит, что он вернулся в руки Эрнста. Если говорить по-другому, то можно также вспомнить о близких и хороших взаимоотношениях Ксении и Андрея. Она также могла помочь Малахову с триумфальным возвращением на Первый, ведь Собчак отлично ладит с Эрнстом и правительством, оно обеспечивает канал деньгами. Для Эрнста это был бы верный ход. Соединить в одной программе две скандальных личности и профессионалов своего дела, которых обожает зритель. Рейтинги взойдут до небес. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.